Здравствуйте. Авария произошла 17 сентября в 0 часов 15 минут на 283-м километре трассы Р-298 Курск-Саратов в Панинском районе. По предварительным данным, КАМАЗ с прицепом, за рулем которого был 51-летний житель Каширского района, врезался в две стоявшие после ДТП машины. Это были Ford Fusion, которым управляла 43-летняя жительница Анинского района, и грузовик Volvo, за рулем был 51-летний житель Калмыкии. При столкновении КАМАЗа с Ford Fusion и Volvo скончались 5 человек, 43-летняя женщина, находившаяся за рулем Ford, а также ее 4 пассажира 47, 43, 34 и 3 лет. Кроме этого, пострадали водитель КАМАЗа и 71-летняя пассажирка Ford. Водитель автомобиля КАМАЗ прошел медосвидетельствование, у него установлено состояние алкогольного опьянения, 0,9 мг на литр выдыхаемого воздуха. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.